Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 30 июля. Ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги. Также не было слышно никаких взрывов. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области прилетов не было. Как пройдет сегодняшний день, неизвестно. Будем наблюдать за происходящими событиями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я всем желаю мирного неба над головой, хорошего дня, до встречи в новых видео, всем пока!